Ну, в общем, на всем этом фоне, безусловно, российскую верхушку посещают мысли о том, а как вообще выходить из этой войны? Вообще, есть какие-то возможности это сделать? Потому что, ну, очевидно, что все не очень хорошо. При этом есть люди, которые полагают, что время работает на Путина. При этом сам Путин, я думаю, тоже так полагает. Но это не совсем правда. В каком смысле? Чем больше времени проходит, тем больше, в том числе, западные страны наращивают свою оборонную промышленность и свои возможности. Производство снарядов, производство бронетехники и всего прочего, что было фактически, ну, если не заморожено, то как минимум сильно редуцировано до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Да, и вот сейчас они восстанавливают все эти свои заводы, и тогда они уже в скором времени смогут больше давать Украине вооружений, боеприпасов и техники. Это увеличит военные возможности Украины. Поэтому на кого работает время, тут еще вопрос спорный. И поэтому России нужно искать какие-то пути выхода. И вот, судя по всему, прощупывается почва. Почему я уверен, что это не какой-то, знаете, самостоятельный внутренний прорыв Маргариты Симоньян? Ну, вы вспомните, чего она вообще раньше говорила, как она обещала Киев за 3 дня, как она говорила, что Украина плюнуть, растереть, как она призывала все сильнее и сильнее наносить удары, в том числе по гражданской инфраструктуре. Это все и была Маргарита Симоньян. А теперь вдруг резко остановить кровопролитие, провести референдум. Нам не нужны территории, которые не хотят быть с нами. Ну, то есть эта риторика не свойственна предыдущим высказываниям Маргариты Симоньян, и поэтому Z-каналы справедливо полагают, что Маргарита Симоньян подготавливает почву, или как минимум прощупывают ее для дальнейших жестов доброй воли. Но что-то я заговорился, давайте вернемся к Z-каналам, которые мы с вами так любим. Вот, например, канал «Записки Мичмана», который репостит в том числе Игорь Стрелков. И там он проводит следующий анализ замечательной речи Маргариты Симоньян. «Свеженькая Симоньян получает зарплату из бюджета», уточняет он. «Остановить кровопролитие прямо сейчас, остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория остается. Это справедливо, но хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверен я в этом. И мне почему-то кажется, что президенту они не нужны», пересказывает он видео. И дальше подытоживает. «Карабах Армении не нужен, это мы уже поняли. А за Россию и русских как-нибудь сами решим. Без вас». Как вы видите, собственно, Маргарита Симоньян, которая выступает адептом традиционных ценностей, защищает властную повестку и все прочее. Я рассказывал об этом в отдельном видео, когда про культивирование ненависти, про то, когда Красовского Антона погнали с Донбасса, сказали, нам такие, как ты, здесь не нужны, и он уехал. И я тогда рассказывал, что на самом деле все эти пропагандисты, они столкнутся с той ненавистью, которую сами порождают. С шовинизмом, с ксенофобией, да, со всеми этими замечательными ценностями, которые включает в себя нынешняя российская модель. И вот уже Маргарита Симоньян не бравая подруга, а небольшая приятельница, а значит человек, который должен не вмешиваться в российские дела. По крайней мере, как об этом говорят Z-патриоты, как об этом говорит Стрелков, репостящий это сообщение, и вот автор этого телеграм-канала. Но есть еще один немалый опус от телеграм-канала «Комиссар исчезает». Пишет он следующее. «Выступление Маргариты Симоньян, я думаю, все видели. Спорные территории, новые референдумы на спорных территориях. Если кто-то не хочет с нами жить, зачем нам это? И не важно, что эти смелые проекты противоречат нашим законам и самой Конституции». Что, кстати, правда, потому что Владимир Путин, я напомню, вписал в Конституцию оккупированные территории и сказал, что любой, кто вообще даже рассуждает, ну, по российскому законодательству нынешнему, любой, кто рассуждает о том, что эти территории не являются территорией России, а являются спорными, например, нарушает Конституцию. И не важно, что за эти спорные, как выражается начальница территории, вообще-то умирали люди. Не важно, что мы не можем представить себе украинцев, которые балакали бы про то, что Крым, мол, спорная территория. Если кто с нами не хочет, так мы не держим. На той стороне все просто, жестко и однозначно. Не важно, что буквально вчера кто-то рассказывал нам про нацистов. И это выходит мы, нацистам, собираемся в случае чего, если голосование вдруг подведет, территорию России отдавать. Не важно вообще все, потому что где-то вдалеке слышен солидарный вопль всей нашей номенклатуры. Дайте нам выскочить. И на фоне этого выстраданного, мучительного желания любые государственные национальные соображения – ничто. При этом всегда, конечно, кто-то берет за рукав и шепчет: «Старик, ты ничего не понимаешь, это все понарошку, это все для отвода глаз. Нам надо вкинуть саму идею переговоров, чтобы получилось, что мы за мир, а Украина за войну, а на самом деле ничего этого не будет, они не согласятся никогда на такое». И далее, далее 100 километров мелких уловок и ужимок. Я понимаю, но не понимаю. Потому что я не понимаю другого, как можно на фоне таких речей с телевизора и такого настроения наверху мотивировать людей
людей воевать и рисковать жизнью. Если земля, за которую они воюют, может в любой момент ап, брюки превращаются в элегантные летние шорты, сделаются уже не русской, а спорной. Что ж, все эти разговоры я хорошо помню по 2014 году, когда у нас, если кто забыл, Петр «Донбасские дети будут сидеть в подвалах Порошенко» был, по словам министра Лаврова, лучшим шансом для Украины. И сам Донбасс тоже упорно считался Украиной, пока не стало слишком поздно для быстрых и почти бескровных решений. Начальство всегда остается собой. И если есть в России что-нибудь по-настоящему спорное, мягко говоря, то это не те русские земли, которые мы прошлой осенью вернули, а что-то совсем другое. Достаточно включить телевизор, и сразу можно понять, что. Я все это приветствую. Ну, то есть не в смысле смысл этих ксенофобских ужасных речей, призывающих уничтожать Украину как государство, захватывать ее территорию. Нет, я приветствую разлад. Разлад в любом его виде. Вообще, что делает диктатуру сильной? Диктатуру делают сильной единство вертикали. Когда силовики, военные, пропагандисты все четко подчиняются иерархии и, преследуя одну цель, занимаются одним и тем же. Здесь же мы видим совершенно другое. Ощущение провала, ощущение потери веры в нынешнюю власть приводит к развалу и расколу на самых разных фронтах. На фронте информационном, когда Министерство обороны показывает фотки комбайна, а Z-каналы такие: это комбайн, это не леопард. Они-то по-хорошему должны говорить: да, это леопард, и Пригожин должен впереди всех кричать: да, это леопард, мы уничтожили леопарда. Ведь в конце концов, свобода — это рабство и все прочее. В чем угодно можно убедить абсолютно всех людей, если все будут делать это как бы хором. Но они не делают хором, они уже все спорят друг с другом, делят ресурсы, делят шкуру неубитого медведя, борются друг с другом, иногда физически, как Вагнер с Министерством обороны, иногда информационно, когда кидаются одни пропагандисты на других пропагандистах. Во всех этих ток-шоу, во всех этих передачах все постоянно чувствуют обман. Z-патриоты думают, что власть их предаст, Z-военкоры не знают, кого больше бояться, Вагнера или Шойгу, сам Вагнер думает, что ему уже все можно и никто его не остановит, ну и далее, и далее, и далее. И мы видим вот такое вот бурление и потихонечку развал. Мы видим хаос. Хаос — это прямой антоним диктатуре. Диктатура построена на том, чтобы выстраивать четкую цепочку управления, в рамках которой все подчиняются единому центру принятия решений. Чем больше хаоса будет, тем слабее будет диктатура, тем сложнее будет отправлять солдат в атаку или заставить их держать свои позиции, или мобилизовать новых граждан. Или еще что-нибудь. И в этом контексте я, конечно, очень поддерживаю новые тенденции отмены Маргариты Симоньян. Будь ты проклята, культура отмены, как говорится. И рассуждения о спорных территориях я тоже поддерживаю. Пожалуйста, пусть грызутся друг с другом. Пусть ищут друг друга предателей. И прочее, и прочее. Может быть, эти предатели там и есть, черт его знает. Потому что, в конце концов, сложно не согласиться с последним постом в той его части, что российской номенклатуре, российской элите эта война не нужна. У них у всех были зарубежные виллы, их дети, их внуки, сыновья и кто угодно учатся за рубежом. Ну, то есть им вся эта война вообще никуда не упала. И, конечно, они будут использовать любой шанс для того, чтобы эту войну прекратить и выбить для себя какие-то преференции. И более того, когда они увидят, что Путин уже совсем ничего не контролирует и система окончательно пошла в разнос, и уже есть угроза непосредственно жизни самой номенклатуры из-за каких-нибудь сбунтовавшихся Z-патриотов, то здесь они уже могут применять более радикальные меры. Подключая силовой ресурс, подключая армейский ресурс, какой угодно еще. Собственно, так обычно диктатуры и падают в результате переворотов, которые продиктованы тем, что лидер потерял власть и что путь, которым он ведет, абсолютно неправильный.